Сегодня вашему вниманию хочу предоставить вакансию. Это работник на современном рыбном предприятии. Данное предприятие занимается разделкой, филетированием, а также упаковкой рыбы. На данном предприятии все процессы автоматизированы, что, конечно же, не может не радовать работника. На данном предприятии имеется два основных цеха. Первый цех – это цех свежей рыбы. Здесь в обязанности работника входит разделка рыбы, то есть нужно вставить рыбу в машину и нажать на кнопку. Также филетирование, то есть вставить рыбу и в машину и нажать на кнопку. А также упаковка, то есть на предприятии все автоматизировано. А также второй цех – это цех копченой рыбы. Здесь происходит нарезка, то есть вы вставляете рыбу и машина сама нарезает. А также это упаковка готовой продукции. Саму же позицию работы здесь определяют на самом заводе, поэтому изначально ее нельзя выбрать. Также на этом цеху есть премии за перевыполнение плана, это до 700 злотых. Температура же на данном предприятии от плюс 14 до 16 градусов, а график работы он с понедельника по пятницу с 7 до 15, либо с 15 до 23. Но можно работать как по 8, так и по 12 часов. А также могут быть рабочие субботы. Что же касается требований, то на данное предприятие набираются как мужчины, так и женщины в возрасте до 55 лет. Возраст старше оговаривается индивидуально. А также предоставляется жилье высокого стандарта, то, как вы видите его на экране. Так что, друзья, если вы хотите попасть на эту вакансию, то здесь берут как и людей из стран СНГ, так и из других стран. Стран, такие как Азия и так далее. Поэтому все контакты будут внизу в описании под видео, а также внизу будет ссылка на группу Viber с работой в Польше. Там вакансии постоянно обновляются, так что удобно за ними следить. Ну что же, а на этом все. Подписывайтесь на канал и следите за самыми актуальными вакансиями. Пока. Всем пока.